Мам, пап, да куда мы все-таки идем? Вы мне так и не сказали. Сам посмотри, мы уже пришли. Ого, это что, новый зоопарк? Да, его недавно открыли. И говорят, здесь есть много экзотических животных. Ну тогда пойдем скорее, не терпится уже на них посмотреть. А здесь и вправду здорово. Ага, здесь и верблюды есть, и носороги, и слоны даже есть. Брюс, а ну-ка перестань дразнить бабуина. О, привет, соседи, вы тоже здесь? Привет, Сильвия. Да вот, решили развеяться. Как у тебя дела? Бе-бе-бе-бе-бе, обезьяна, чи-чи-чи. Привет, Брюс, что делаешь? О, мелкий, и ты здесь? Бе-бе-бе-бе. Брюс, зачем ты ее дразнишь? Хочу и дразню, она ж глупая. А я слышал, что животные очень сообразительные и все понимают. Спорим, что она с первого раза банан поймает? Ого, а ну-ка дай-ка я попробую. О, слышь, макака, смотри! Ах так, дурацкая обезьяна! Я же говорил, что она все понимает! Да ну ее! Пошли лучше еще кого-нибудь посмотрим! Ну, пойдем! Как же тяжело все-таки обезьяной притворяться! Все пальцами показывают! Да еще и бананы эти! Тьфу. О, смотри, пустая клетка! Давай в нее залезем! Лучше не надо, а то вдруг увидит кто-нибудь и нас наругают. Вечно ты всего боишься, Стивен, трусливый Кивин. И ничего я не боюсь. Видишь, я не боюсь. Эй, ты зачем меня закрыл? А что, будешь теперь моей обезьянкой? Открывай давай, или я все твоей маме расскажу. Ладно, ябеда-корябеда, уже и пошутить нельзя. Ой, по-моему, дверь заклинила. Как заклинило? Выпусти меня сейчас же! Хорошо, хорошо! Ты только не кричи так, а то мама услышит! Сейчас я сбегаю и принесу какую-нибудь палку! Чтобы я еще раз переоделся в эту обезьяну! Пусть ждут, пока настоящих завезут! О, малыш, а ты что здесь делаешь? Дяденька, понимаете? Меня здесь этот вредный Брюс закрыл, а сам ушел! Вот Брюс Толстопуз, вот негодник! Давай-ка я тебя выпущу! Выбрался все-таки. Ну вот, только зря за палкой бегал. Так, а это что такое? Да это же костюм обезьяны. Что ж, Стивен Кривен, посмотрим, как ты на этот раз поладишь с обезьянкой. Малость маловат, правда, но это стоит того. Стивен! Стивен! Дурацкая маска, ничего не слышно из-за нее. Эй! А чего это она не снимается? О, смотрите-ка, ребятки! Похоже, нам пришла новая особь! Наконец-то! Выносите его к людям! Не надо меня никуда нести! Ой, смотрите, какая милая обезьянка! И довольно-таки упитанная! Прям как мой Брюсик! Кстати, что-то он давно на глаза мне не попадался! Опять, наверное, что-нибудь затеял негодник!